Ремонт у нас. Вот такой вот. Все учуханили. Потолок зашкурили. Розеточки пониже делаем. Тут у нас специалист по розеткам. Самый главный специалист по порядку. Вот так вот. Ну и, конечно, все зачуханили. Приходите, помогайте. Всем привет. Пятый день ремонта. Потолок вот сделали, побелили. Люстра новая. Вчера с Ильей линолеум положили, подрезали. Все по заводу лежит, вылеживается. Надо будет потом его заклеить шов. И сегодня мы вот с Ильей поклеили обойчики. Получается, два рулона заклеили. Четверг сегодня, пятый день ремонта. Ну, потихоньку преображается. Потолочек такой у нас с голубым оттенком. Вот такая у нас кастомная подставочка самодельная для PlayStation 5. Сейчас будем вешать ее, думаю, на тумбочку. Сегодня у нас получается восьмой день ремонта. Уже больше получается сборка идет. Осталось вот откосы доделать, покрыть лаком, зашкурить. И балконный откосик тоже. По факту сегодня тумбу собирали, диван все собирали. Короче, все собирали, все собираем, никак собрать не можем. Все уже поклеено. Да, еще у нас PlayStation вот так вот сейчас висит. Тут кастомная подставочка самодельная. Вот так вот. Гриша у нас тут суперэлектрик заколхозил, блядь. Олень, не ту рамку купил. Надо будет подрезать, заколхозить, либо за новой рамкой ехать. Вот такие пироги. И общий бюджет ремонта вот этой комнаты составил 69-260 тысяч вместе с тумбой, естественно. Все новое вместе с тумбой. Вот такие обойчики. Потолочек у нас беленый, новая люстра. Все здесь новое. Плинтуса тоже новые, широкие взяли. По моде, как и сейчас так модно. Вот такой небольшой ремонт на 69-260. Ничего серьезного, только тумба одна. 8600 плюс гардина 3,5. Так и по мелочи набежала. Линолеум там около 30-ки. Обои 18 или 16 тысяч. Ну, что-то такое. Надо всю эту кухню подключать будет. Но это потом уже завтра, послезавтра. Ну что ж, ребят, всем привет. Вот такой у нас ремонтик получился. Все спрашивают, где я храню свою коллекцию. Сегодня скорее буду снимать видео, расставлять свою коллекцию из 90-х, кассетки, картриджи, дисочки, вот на эти полочки. Ребятки, мы сегодня с вами постараемся все это все расставить, и вы узнаете, где я храню свою коллекцию. Вот такой замечательный у нас ремонтик. Тумбочка PlayStation 5. Все свои причиндалы я храню здесь в ящичке, чтобы не заморачиваться, достал. Подключил, поиграл, ну, чтобы меньше от пыли протирать. И вот как-то так, в двух словах. Сюнил Р. Шах и Imperial Entertainment представляют. Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон.
Всем привет, ребят! Приветствую на канале Видео Кидс из 90-х. И сегодня мы, ребятки, будем расставлять или раскладывать, как правильно выразиться, мою коллекцию. И вы все сегодня увидите, где я храню. И заодно мы, ребятки, вспомним, что мы прикупили за это время, за время существования канала. Вот на эту полочку я хочу выложить свои VHS-кассетки, которые в хорошем состоянии, которые не стыдно показать. В основном эта полочка будет вся забита кассетами. А на эту полочку, ребятулечки, мы с вами поставим дисочки, картриджи, по возможности и чуть-чуть видеокассет. Не знаю, ребят, как получится, не знаю, вот две коробочки явно сюда не влезут, даже одна не влезет. Но мы с вами выберем, посмотрим самые хорошие и поставим на полочку. А сейчас давайте приступим, так сказать, вспомним, что же в этих коробочках. В этих коробках, ребята, видеокассеты VHS, все я их посмотрел и все вы их видели у меня на канале. Давайте начнем вот с маленькой коробочки, посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас должны быть видеокассетки, но видеокассетки, ребята, здесь такие не в хорошем состоянии, так сказать, более-менее, так сказать, говенном. Плохие парни. Тут есть EP-шки, ребята, в основном. Давайте мы уберем отсюда, чтобы не мешалось. Думаю, это не стоит выставлять, потому что состояние здесь вообще говно. А вот здесь, ребята, все самое лучшее и вкусное лежит, я так думаю, для меня. Давайте приступим к скрытию, так сказать, коллекции, которая хранилась в кладовочке. Ребята, в кладовке ничего хранить не надо. Ну, по-старому кладовка, сейчас гардеробная. Все, ребятки, надо показывать, чтобы приходили гости, смотрели и обтекали слюнями. Давайте, погнали. СКС-шка, ребята. Без компромиссов, детсадовский полицейский Арнольд Шварценеггер. Ребята, кассетка в хорошем состоянии, думают, стоит ее поставить на полочку. Кассетка EMI. Так, у нас чернокнижник. Ультравоин чернокнижника, ребятки, тоже можно поставить в хорошем состоянии. Так, следующее у нас неподозрение, ребята. Это пока в стороночку, под вопросом. Кассетка в хорошем состоянии, но вот эта вот наклеечка меня высаживает. Так, следующее у нас Panasonic Gotti. Это тоже можно на полочку. Так, ТДК-шечка, Ника, ТДК-шка, ребят, под вопросом, потому что написано ручкой. Так, вот эти коллекции мои семейные, я их выставлять, наверное, не буду. Ну, посмотрим, пока уберем стороночку, тоже под вопросом. Это у нас запечатанная Sony, тоже уберем, не будем выставлять. Но вот в таких боксах, ребята, естественно, мы выставим с вами на полочку. Мэверик, Мел Гибсон. Дальше у нас, нарушая запреты, Шалунья Тинто Брассо. Не знаю, скорее всего, даже не стоит выставлять. Так, это у нас Panasonic для видеокамеры, переходничок такой для маленькой кассетки. Это тоже мы уберем. Так, следующее у нас. Волки, мультфильм, Коника. Под вопросом. Samsung, один дома, два и музыкалка. Ну, ребята, один дома, я думаю, стоит выставить, посмотреть в новогодние вечера. Новогодние празднички, так сказать. Охотники за привидениями, кассетка Акай. Ребят, эти кассеты вообще в хорошем состоянии, как будто только-только из киоска. Это мы тоже выставим. ТДК-шка, Нико 6. Под вопросом. Кассета Адаши, семейная, Боги сошли с ума и Атомная школа. Так, следующий у нас Panasonic, о, правдивая ложь и скорость падения, Арнольд Шварценеггер. Правдивую ложь, ребята, тоже надо выставить.
чтоб пускай все видели и завидовали, так сказать. Так, Gold Start. Верн Миллер, изгой, Патрик Сейзи. Не знаю, ребят, не знаю. Фильмец я посмотрел, не зашел. Не знаю. Пока под вопросом. Вопрос в том, выдержит ли наша полочка, потому что эта коробочка охереть тяжелая. Человек тьмы, ребята. Семейная кассета. Еще должна быть вторая часть. Это тоже мы 100% выставим, потому что полный комплект, все в хорошем состоянии. Это, ребята, семейные кассеты из моей семьи. Крепкий орешек, ребята, Брюс Уиллис, сцена, хорошенькая кассетка, в хорошем состоянии, все выставляется тоже. Так, смертельное оружие, ребята, тоже смертельное оружие, мы тоже выставим, СКС-шечки, они вот так две склеены, все в хорошем состоянии. Дальше у нас Филлипс, Индиана Джонс, ребята, тоже надо выставить. Смотрите, у нас какой Филлипс замечательный. Пускай приходят гости и обтекают слюнями и думают, что это такое, как это так, как это возможно. Хищник и городской команда. Хищник. Где-то должен быть Хищник 1 и Хищник 2, ребят. Акай, кассетка Акай вообще замечательная, мне нравится. Такая увесистая, хорошая, блин, как новенькая, ребят. Так, приютский парень и сердце ангела, Микки Рук, ребят, вот эту кассету я хотел продать, но потом мне кто-то из подписчиков, так сказать, из подписчиков моих написали, так сказать, человек, который раньше занимался в 90-х, ему уже сейчас за 60-70, говорит, не продавай эту кассету, не меняй, говорит, это, говорит, очень редкий фильм. Голтрон 7, последний собачьего племени, ну не знаю, ребят, под вопросом пока оставим. Потому что коробочка такая себе пожуханная. Надеюсь, этот видосик не затянется на пару часов. Надо как-то уложиться в 30-40 минут. Так, Чайного Брайана карате, Король Нью-Йорка, боевик, Синтия Ротрок. Ребята, тоже от Даши кассетка, семейного архива. Ну, состояние уже такое. Под вопросом пока. Тюряга, семейная кассета тоже, это я, ребята, это я писал, подписывал трафаретом в Янке в Африке. Ну, здесь такая у нас, вроде как бы все соответствует. Так, дальше у нас Ночь живых трупов, ребята, тоже семейная кассета, сцена, выставляем. Тут у нас Фуджи, Бегущий человек и команда. Ребята, это не обсуждается, 100% надо выставить. Дальше у нас Восставшие из ада 2, ребят, семейная кассета, тоже из семьи, тоже надо выставить, потому что состояние хорошее. Так, Оскар, комедия, Сталлоне, Эрнест садится в тюрьму, комедия. Сцена. Ребят, не знаю, как выставлять, не выставлять. Пока под вопросом. Так. Заварушка с обезьяной. С обезьяной. И жажда смерти. Ребят, не знаю, под вопросом пока. Так, фотограф. Фотограф и пассажир 57. Уэсли Снайпс, ребята, кассета Максел. В хорошем состоянии, ребят, надо выставить, показать. Пускай смотрят. О, 5 крепкий орешек попался, дубль. Кстати, можно на обмен выставить, на продажу. Пока вот сюда попадется, когда будем выставлять, найдем второго крепкого орешка. Так, дорогая, я умелчий ребенка, комедия, шоу Бенни Хилла, часть первая. Не помню, ребят, откуда эта кассета, но... Не знаю, пока под вопросом. Посмотрим, сколько вообще на полку влезет или выдержит наша полка, чтобы не отвалилась. Специалист, Сталлоне и музыкальные клипы. На полочку. Так, дальше что у нас? Дальше у нас получается Беглец и Человек без лица.
Гаррисон Форд. Кассетка в хорошем состоянии, надо, ребят, выставить. Так, здесь у нас собачья работа и рыжая Соня. Не знаю, ребят, не знаю, как вы думаете, вот надо выставлять кассету GVC или нет. Давайте, давайте пока в стороночку, а потом выберем и посмотрим. Так, Армагеддон, ребята, кассетка из семьи. Сам лично покупал. В стороночку пока. Кассетка Акай, Дни Грома, Точка Кипения. Тоже семейная кассета. Уберем пока в стороночку. Так, Нико. Нико у нас и Нико. Так, Нико 3, Нико 4. Не знаю. С Сигалом ни фильмы не заходили. Ну, не знаю пока, ребят, под вопрос. Коника, красотка. Это надо выставить. Так, Герой, Человек, Дождя. Не помню, ребят, что за фильм. Смотрел, ну, вроде как не зашел. Уберем пока. Вот он, ребят, сцена. Хищник 1-2 в главных ролях Арнольд Шварценеггер. Ребята, это мы тоже выставим на полочку. Самое главное, чтобы полочка все выдержала у нас. Так, а тут что у нас? Тут у нас что получается? Телохранитель Кевин Костнер, первая, вторая часть, Hi-Fi Stereo, Studio DeWall, E240. Ну, ребят, это вот эта, кстати, кассета. Несколько кассет, много кассет он мне присылал, подписчик. Состояние, смотрите, какое вообще замечательное. Так, Терминатор у нас, первая, вторая часть. Вот, ребят, не знаю, почему раньше так записывали. Интересно. Начало Терминатора на одной кассетке и продолжение Терминатора вот здесь. Это, естественно, тоже Терминатор. Культовый фильм надо выставить. Хотя и кассетки такие в среднем состоянии. Так, 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 так. Дальше у нас Кунг-фу. Джеки Чан. Пока в стороночку. Так, Дом у дороги, Патрик Суэйзи. Интересный фильм. Надо выставить. Так, у нас что у нас здесь? Кассета фирмы Бас. По дороге на юг и Настоящие мужчины. Ребят, смотрел, не зашло, не зашло. Хотя кассета вообще клевая, зачетная. Здесь у нас Пятница, 13, 3-я, 4-я часть. Ужасы, ужасы, ребята. Надо выставить. Давайте, ребята, сейчас мы вот это все с вами выставим на полочку, распределим, поставим и посмотрим, как это все будет выглядеть. И потом узнаем, надо ли что-то доставлять или, возможно, что-то надо будет уже убрать. Ну вот, на верхнюю полочку влезло в два ряда 16 кассет. И, ребят, с этой кучи смотрите, что осталось. По ходу дела все влезут, даже еще мало будет, не знаю. Самое главное, чтобы полка не отвалилась. Так, ребят, практически все кассеты залезли. Осталось вот что. И вон и та коробочка. Давайте выберем, которую получше, так сказать, фильмы поинтереснее. И поставим туда еще, по сути, получается, еще три полки у нас. Так, здесь у нас что получается? Здесь у нас U571. Силдовая кассетка, не распечатанная. Терминатор первый, ребят, стопудово на полочку. Так, тут у нас Басфы. На одной точно знаю, что Роман с камнем и Роману камнем первая, вторая часть. А здесь что-то, ребят, я не вижу, что здесь. Ну, кассеты старые. Не знаю, думаю, не стоит их выставлять. Так, дальше что у нас? Голдстарт. Так, 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 так. Самолет летит в Россию. Ох уж это наука, ребята. Но запись здесь вообще... Хотя кассета хорошая, запись говно. Так, 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 опять у нас Басфик. Басфик, опять Нико. Смотрите, какая у нас блямбочка здесь, защелка. Чпоньк. Чпоньк, зубочек отламывать не надо. Нико. Ракс. Ох ты, последний бойскаут, ее звали Никита. Это я уже подписывал. Это уже мои кассетки, вы видели на канале. Так, Вуди Пектер.
Думаю, тоже можно поставить на полочку. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, ребята, Остров Головорезов и Луни Тунс, Аладдин, Белоснежка и Семь Гномов. Думаю, ребят, можно поставить. Здесь у нас кассетка фирмы Хитачи. Так, Американский ниндзя. Ну, ребята, здесь запись вообще в дрова. Вы ее видели на канале. И здесь у нас тоже Хитачи. И получается у нас здесь Трудный ребенок. Первая, вторая часть. Кассетки старые, ребят, не знаю. Вот не знаю, что выставлять их, не выставлять. Потому что пленочка-то со временем осыпается, чтоб хай-файский видик не засрать. И давайте, ребята, будем выставлять вот эти вот кассетки. Выставим, посмотрим, что у нас получится. Вот так вот все получается. Не знаю, вроде пока все держится. Не знаю, ребята, отвалится, не отвалится. Ну, коробка увесистая была. Жена придет, увидит, скажет, так хранил, опять свое говно выставил. Уже добрался до этой коробки. Сейчас мы с вами переберем эту коробочку и посмотрим, что здесь можно выставить. Так, здесь у нас вот демонические игрушки, ужастики и беглец. Фантастический боевик тоже можно, в принципе, выставить. Так, здесь мы уже те кассеты видели. Коника. Боевое оружие, человек за бортом, Курт Рассел. Ну, тоже можно выставить. Фильм интересный. Плохие парни, ребят. Ну, вообще, убитое состояние, нахер она нужна. Киборг, Смертельное оружие 2. Что-то не помню. Не помню, что за фильм. Так, и сипишки, они нахер не нужны. От них, блядь, башка засоряется. Дрожь земли. Левиафан, фильм интересный. Ну, давайте из-за этого фильма выставим. Смотрел этот фильм, мне понравилось. Так, Невозмутимый, забытый фильм, так сказать, из семейной коллекции. Не знаю, ребят. Это пока в сторонку. Дальше у нас есть EC-пишки, Призрак, Зловещие мертвецы, Суперужасы, Тутси. Не знаю, ребят, EC-пишки пока не буду вставлять. Неинтересны они. Неинтересные кассетки сами по себе. Крепкий орешек, третья часть. Ну, думаю, ко второму просто поставить, чтобы рядом стояло. Так, плохие парни. Плохие ребята. Так, что у нас здесь? Побег из Нью-Йорка. Танго и Кэш. Ну, Танго и Кэш можно поставить. Так, Фантоцци на вторых ролях. Рэмбо. Так, кассетка из семьи. Фантоцци. Рэмбо, ребята, есть, но Рэмбо еще там в пакетиках не распаковано, так еще не смотрели. Ну, там состояние более лучше. Но по качеству записи, ребят, я пока не знаю. Ну, пока Рэмбо пускай полежит в коробочке. Так, что у нас тут? Тут у нас СКС-шка. Одинокий волк, Рэмбо 1, кассетка Акай. Не соответствует. Ну, давайте из-за Рэмбо поставим пока. Так, полицейская академия, первая, вторая часть, кассетка Samsung, все, не соответствует. Кассета у нас вообще Sony, а коробочка Samsung. Ну, давайте поставим. Дальше у нас Назад в будущее, первая часть. Насколько я помню, здесь один фильм только. И все, запись так себе, тоже Акай. Давайте пока поставим. Так. Киборг, что-то не понимаю, что здесь написано. Максвелл, Samsung. Безумный Макс, тоже можно поставить. Так, здесь у нас, это мы уже видели, это пока под раздумьях, в раздумьях. Сейчас Рэмбусика, да, кого там? Крепкого орешка докомплектуем, где у нас там первая, вторая часть, поставим рядом третью. Ну вот, все, выставил, решил выставить, ребят, вот так вот, пока оставить, потому что там еще есть много кассет, и особенно в пакете кассет 20, если я не ошибаюсь, около 20 в хорошем состоянии, мы еще не включали их. И вот оставил, ну здесь кассетки в основном в плохом состоянии, в основном EC-пишки. Ну и 4 из 8,
вообще стареньких. И вот еще три получается. Это пока в коробочку, ребята, пускай лежит дальше, в кладовочке хранится. Дальше мы приступаем, так сказать, к установке на эту полку. Тут будут дисочки, в основном игры. Так, здесь у нас будет, то есть дисочки, картриджи. Раз, у нас тут PlayStation 1, 2, 3. Ну, в троечку я здесь не играю, я играю в спальне, потому что там 3D-шный телек. А использую эту PlayStation только для первой и второй. И у нас тут Sega, Super Nintendo и Дендюшка. Ну, это, ребята, все новодел, это все китайцы, Алиэкспресса. Это я здесь покупал, это я тоже здесь покупал. Так что здесь у нас будут картриджи и дисочки для PlayStation 1, 2. Погнали размещать. Ну, начнем, ребятки, с Sega. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оригинальных картриджей. А остальные пираточки, ребята, напишите в комментариях, стоит ли пираточку выставлять на полочке. Не знаю, ребят, там в пираток полная коробка. Это, ребята, у меня оригинал. Это 6. Это пиратка. Впереди еще ожидается распаковка Sega. Тоже оригинальчик. Все, видим. Virtual Racing. Бокс Sega. Все, ребята, оригинально. Это азиатка. Это у нас еще получается Mega Drive. Европеечка. Sonic 2. Если я не ошибаюсь, он шел в комплекте с приставочкой. Такой у нас карик. Так, дальше. 6 пак Genesis. Ребят, не открывал давным-давно. Лежали вообще просто так, без дела лежат. В детской комнате на полочку. И Mega Games 3. Ребята, впереди ожидается распаковочка двух картриджей Mega Games 1 и 2. Тоже до Sega. Все лежит. Все замечательно. Так, ну здесь у нас что? Здесь у нас, ребят, получается пиратка Best of Best, лучший из лучших. Здесь, естественно, мануалов нет. Одни картриджи только. Картриджи все здесь на полноразмерной плате. Кстати, пиратки у меня тоже на полноразмерной плате. Пишите в комментариях, нужно ли просто пиратские картриджи размещать на полке. Не знаю, ребят, как вообще вы считаете. Пиноккио. Тоже пираточка. Battletech, тоже пиратка. Все это вы видели на канале. Sonic 3D Blast, тоже пираточка. Красавица и чудовище, Sega пиратка. Но это уже такая конкретная пиратка, даже с логотипом на коробке Sega, смотрите. Хорошего качества пиратка, так сказать. Pitfall, замечательная игра, еще не прошел, не начинал, да, тоже Sega, на коробочке надпись. И True Lewis, лучший из лучших, лучший из лучших, блядь, да, по фильму, пираточка. Не знаю, ребят, по поводу пиратки пишите в комментариях. Так, вот у нас дисочки PlayStation 1, о, это вообще зачесалось, это у меня где-то в довесок я покупал что-то. Принц Персии, ребят, недавно видели на обзорчике, тоже полный комплект. Splinter Cell, тоже недавно. Карбончик, тоже полный. Гарри Поттер не полный. Человек-паук тоже не полный. Это у нас, ребята, полный комплект, тоже видели недавно на обзорчике. Resident Evil 4, полный комплект, с дискоманией. Killzone. Неполный. Кинг-Конг, ребят, полный комплект. Блэк, черный, тоже все, полный комплектик. Так, Бог войны, ребята, надо первую часть найти. Не могу найти, если есть первая часть, то цена вообще конь. Здесь не полный комплект. Гонки у нас получается полный. Ну, здесь анимашки, тоже полный комплект. Это тоже что-то покупал по символической цене, в довесок отдали. Тоже анимашка, тоже здесь полный комплект. Так, здесь у нас FIFA 12.
GTA. Это просто... Это, ребята, здесь просто диски. О, даже PlayStation 3. Tekken 3. PS1. Это надо в сторонку убрать. И, а, вот. PlayStation 3. Tekken 5. Это тоже надо для PlayStation 3 оставить там в стороночке. А здесь у нас еще получается Call of Duty. Да блин. Вроде для второй. А нет, троечка, троечка. Тоже для третьей убрать. Это у нас получается первая. Это вот сюда. Так, PlayStation 1. Здесь, ребята, все в кучу. И пиратка, и японка, и европеечка. Вот, Tekken у нас. Пираточка. Пираточка. Тоже пираточка. Пираточка. И пошла у нас японочка. Тоже недавно видели на канале на распаковочке. Баскетбольщик. Полный комплект. Ребят, не буду открывать, это все развалится. Тоже у нас какие-то скачки. Тоже полный комплект. Grand Quest. Японочка 5. Седьмая часть. Тоже, ребят, японка, все японочка, все японочка. Тоже вы недавно видели, это вы тоже видели. Здесь у нас что? Так, здесь у нас Platinum Rayman и... А, это демонстрационный диск, ребят. Так, тут у нас получается гоночки. Это у нас силдовый, тоже недавно распаковывал, видели распаковочку на канале. Так, спот. У нас не полный комплект. Драйвер полный. Road Rush. Гоночки для PS1. Калифорния. Футбик. Так, что у нас? Porsche. Челлендж. Porsche Challenge. Old World. PlayStation 1. Ребята, это все лицензия. Rayman тоже такая у нас лицензия убита. Ну, ребята, ценники на них конь. V-Rally тоже лицензия. Тоже с дискомании 1,5 косаря стоил. И Геркулес. Ну, давайте приступим, так сказать, к размещению. Сейчас все расставлю и покажу вам примерно, как что будет выглядеть. Ребят, вот так вот все получилось. Я думаю, вы зацените и поставите лайкоса. Ребята, сейчас у нас ретро-коллекция будет храниться, основная часть здесь. Но, возможно, будет где-то еще распихана по другим полкам. Пока, ребят, так. Всем пока, до новых встреч, ждем новых видосов.